Здравствуйте, дорогие друзья! К нам в Германию приехал мой большой друг из Москвы, рыболов-спортсмен Равиль Садеков. Мы тут пригласили Йозефа и сейчас совместно едем на ночную ловлю судака, на вечернюю ловлю судака. Будем ловить на воблеры по темноте. Остановились попить чайку. Сейчас доедем до места, осталось совсем немного, 20 там километров. И пойдем на рейн, попробуем поймать судака. Приехали мы на место. Сейчас получилось так, что леска с предыдущих рыбалок оказалась посеченная. Поэтому перевязали, пару метров отрезали, выбросили, привязали новый флюорокарбон. Ну и сейчас пойдем рыбачить. Конечно, особого расчета на хороший клев нет, потому что всю неделю шел дождь. Сегодня первый день без дождя. И давление со вчера на сегодня просто скакануло там, на несколько десятков единиц. И самое обидное, ладно, скакануло одно. А сегодня первый день сухой, но ночью опять будет дождь. То есть давление сейчас падает. Очень сильный ветер, порывы до 60 км в час. И падает давление. То есть, конечно, погода не самая благоприятная. Если сказать, самая неблагоприятная для ловли судака. Но мы оптимисты. Несмотря на такую погоду, попытаемся все равно что-нибудь поймать. Надеемся, что нам повезет. Я ловить буду сегодня на ZMX Impressive Т-732. 0,5-6 грамма. Ультралайстовая палочка. Состыковал его со стелой 2500. Здесь 0,4 ПЕ у меня сандалиновский шнур. Начну ловить я на Декстер. Воблер Понтун 21. Ну, специально взял легкую снасть, чтобы не так тяжело было. Побегаем немножко по волнорезам. Поищем рыбку. А у Равиля Спайдер. ZMX Спайдер. Катушечка с РТ 2500. Да, Равиль, у тебя там? Да. Вот, видите. Одна свинина это. ZMX Спайдер и катушка с RD2500. Вот. И ему мы поставили крэк-джек от Понтун 21, чтобы начать ловить с разных воблеров. Посмотрим, на что будет рыба лучше реагировать. Равиль, осторожно. Вот тропинка. Начнем ловить мы под мостом. Как и в прошлый раз. Просто в прошлый раз мы начали с Димой, мы здесь были, мы начали от моста и пошли вниз по течению, то сейчас мы пойдем против течения, вверх по течению от моста пройдем несколько волнорезов. Но опять же, очень-очень сильный ветер. Не знаю, что получится в этой рыбалке. Нам главное, чтобы Равиль поймал. Гвоздь приехал, ты с ночи не ловил еще судака? Равиль? Давно не ловил. Давно не ловил, ну ладно. Особенно в Германии, да? Вот. Так что сейчас попробуем. Ну и как всегда, вы прослушаете наш радиорепортаж о ночной рыбалке. Будем надеяться, что он будет результативным. Как всегда, рискую упустить рыбу. Но поклевочка есть. Включал камеру. Думаю, уйдет, так уйдет. Не буду форсировать, потихонечку. Будем надеяться, что он нормально заглотил. Да, неплохой судак, я уже вижу. Ну, не меньше полтинничка. Такой судачелка. Ну, не, лишь бы не ушел. Опа! Есть, друзья, первая рыба есть. Вот он, видите? Ой, полдешок. Опа. Ну, висит на одном крючке. На одном крючке, видите, за подбородок, за нижний. Сейчас за подбородка зацепился, взял именно за самый краешек. Один крючок от тройника. И висит на следующий волнорез.
Равиль кричит: Вадим, я знаю, что у него рыба, но я ничего не могу сделать, у меня тоже сидит рыба на крючке. Сейчас. Надеюсь, удастся ее завести в подсак. Опять рисковал, включал камеру. В прошлый раз просто снимал камеру, это самое, перестал подматывать, включил камеру и все, рыба сошла. Но сейчас опять рисковал, надеюсь, все-таки она получше зацепилась. А, тоже судачок такой, ближе к полтинничку сантиметров. 47-48. Иди сюда, родной. Опа! Есть! Равиль, иди одновременно, дуплет у нас с тобой, да? Хе-хе-хе! Супер! Вот, друзья, такой у нас дуплет. Два судачка. Главное, Равиль поймал первого своего судака в Германии. Процесс пошел. Ура! Ждем следующего. Да, обязательно. Дедушку с бабушкой. Мы на новый волнорез. Вот у меня опять поклевочка. Будем надеяться. Опять такой же. Стандартный идет судак такой. В районе 50 сантиметров плюс-минус. Опа! Опа! Есть! Есть такое дело. Сейчас вылезу ко мне. Вам его покажу. Опа! Опа! Ну, а травку его аккуратненько. Видите, вот он, красавчик. На Декстер. И такой вот судачишка. Красотулечка. Я снял свой воблю. Это 37-я расцветка Декстер. Сейчас я его отдам Равилю. Может быть, этот воблер идет поглубже. У него не такая активная игра. Может, поэтому у него больше поклевок. Сейчас попробую дать его Равилю. У меня, в принципе, в коробке там другие есть подобные. Вот удачи. Йозеф улыбнулась. Сейчас мы... Опа! Петри Йозеф! Ура! Я хоть и навернулся, но ничего. Все равно рыба взята. Петри! Бегу к Равилю. Он тоже сразу взял. Видите, воблер поставил, поменял воблер. И, судя по всему, хорошая рыба у него сидит. По сопротивлению. Не торопит вас, спокойно. Да, не торопись, видно, рыба неплохая у тебя. Чтобы он в этот подсак влез. Спокойно, спокойно. Да, хороший судачок у тебя. Стоп, 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 не торопись. Опа-на! Опа! Вот это судачок, это уже ближе к 60 сантиметрам. Отлично, супер. Вот это рыбалка, да? Пофигу, что погода плохая, это не молодец. Это рыбалка, это рыбалка в Германии. Супер. Все, сейчас будем фотки вас обоих делать. Вот, смотрите, два судачка у нас. Сделали мы фотки. Опа, к сожалению, батарейки садятся, слабо видно. У Йозова такой 45-46 сантиметров, видите, как хорошо заглотил. И у Равиля такой в районе 60. Самого большого судака сегодня поймал Равиль. Ура! Ура! Чудо-волнорез. Еще одна поклевка. Просто суперски. И тоже неплохой судачок. Я встал на Равиля место, на другую сторону пошел. Тоже судачочек он такой. За полтишок. Будем надеяться, что Бог даст, не уйдет он. Фонарик, конечно, светит. Очень плохо, блин, не могу дотянуться до подсака. Висит на одном крючке. Опа, есть! Еще один судак. Зря ты, Равиль, отсюда ушел. Первый заброс твоего места. И вот такой вот заполтишок. Судачок. Да, к сожалению... Действительно, наш фильм-радиорепортаж превращается. Батарейка уже садится, почти ничего не видно. Ну, надеюсь, хотя бы что-то видно. Вот так вот. Ночная рыбалка, ловля судака.
все идет отлично. Друзья, рыбалку будем заканчивать по многим причинам. Во-первых, ветер еще усилился, с ног сдувает. Все путается, батарейки на фонариках уже сели. Телефон у меня давно уже сел, пока еще вот Буравилеву Йозефа держится. Ну и вот-вот должен дождь начаться. Показывали, что ночью пойдет дождь. Так что я думаю, что сколько там ровили время? Ну, 10 часов достаточно. У нас в активе 6 нормальных судачков и один маленький. Мы свою задачу выполнили. Равиль судака поймал в Германии, причем самого крупного за сегодняшний вечер. Этот самый Йозеф тоже поймал, да, у него сход еще один был. Я напомню, что я ловил на ZMX Impress, а ты покажи свою палочку. Равиль ловил на ZMX Spider. Бюджетная палочка, ну довольно-таки, ну, неплохая палка. Впервые сегодня ловлю с этой палочки. Ребята, рыбу держит отлично, просто палка. В общем, палка форелевая. Палка форелевая. С судаком вообще. Судака, и меленький попался, и крупный попался. Реально. И вообще без проблем. Да, хорошие палки. Все. А Йозеф, кстати, тоже ловит на ZMX, только он ловит на Буриза. У него до 28 грамм, у него более помощнее немножко снасть. И мы вот, в принципе, с Равилем отловили судака на ультралайт. Надеюсь, все убедились, что очень легко его можно ловить на совершенно легкие спиннинги, тонкие лески, да, и получать от этого удовольствие. Не обязательно дубины таскать, как здесь обычно ловят. Там спиннинг до 100 грамм, леска там в палец с толщиной, там 0,2 плетенка. Это я сейчас здесь рыболов ловят они, у них плетенка 0,2, там до 100 грамм спиннинг, и вот они ходят, ловят судака. Ну, понятно, поймают все, но зачем, когда можно от рыбалки получать удовольствие, правильно, Равиль? Абсолютно. По поводу этой палочки хочу сказать. Рукоятка очень удобная. Реально палку не убирал, Вадим мне эту палочку дал. У меня просто в машине у сына осталось, он на нее ловил последний раз форель. Вот я тебе так ее собранную отдал. В руку легла сразу, держать очень удобно. Палка супер, ребят. Говорю, без пафоса, без понтов. Ну, хорошо. За свои деньги, да, будем так говорить. Это бюджетная палка за эти деньги, да. Очень хороший спиннинг. Ну что, друзья, будем прощаться. Я надеюсь, что мы еще попадем завтра куда-нибудь на форель и снимем следующий фильм. Как говорится, всего хорошего. До новых встреч. Пока, друзья. Пока.